В Венской государственной опере в 63-й раз открылся Венский оперный бал. Украшением главного государственного бала Австрии стало выступление российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга азербайджанского певца Юсифа Эйвазова. Для Юсифа Эйвазова это первое выступление на Венском балу. Я очень взволнован. Это огромная ответственность. 150 лет исполняется Венской государственной опере. Я впервые на оперном балу. Огромный стресс, но я очень рад быть здесь. Присутствовать на оперном балу всегда очень волнительно. Это грандиозное мероприятие, и для меня большая честь принимать в нем участие. Когда это исполнитель, а не только участник, это в разы почетнее. Традиционно концепция бала содержит пролог, который состоит из выступления известных оперных артистов. В этом году право приветствовать венскую публику удостоилась Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Они предстали перед публикой с сольными номерами, а также исполнили дуэтом фрагмент из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Венский оперный бал является центральным событием бального сезона Австрии, который длится до первого дня Великого поста по католическому календарю. Традиция оперного бала включает в себя строгий этикет. Мужчины могут появляться на балу только во фраках, белых жилетках и белых бабочках, а дамы в вечерних платьях. На мероприятии ежегодно собирается около 5500 гостей, среди них деятели культуры, бизнеса, политики и спорта. За красочным событием у экранов телевизоров наблюдают более 2 миллионов человек. Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко являются обладателями ряда наград, среди которых за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана и плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в области музыкального искусства между Азербайджаном и Россией. Эсмира Алиева, CBC.